Сегодня вы получите самые заслуженные награды. Награды за любовь и верность, за сохранение семейных ценностей. Ваши пары являют примеры значимости долговременных супружеских отношений, на которые мы должны ориентировать нашу молодежь. 20 семейных пар, чьи чувства проверены временем. Те, кто среди будничной суеты разглядел того единственного человека, с кем вечность показалась мгновением, собрались в культурно-досуговом центре «Уралкалия», чтобы поставить подписи в почетной книге Соликамского ЗАГСа и вновь дать клятву любви и верности. Уважаемые супруги, любите ли вы своих жен так же горячо и преданно, как 50 и 55 лет назад? Отвечайте громко, все вместе. Торжественная церемония чествования супружеских пар, проживших в браке 50 и более лет, приурочена к празднованию Дню семьи, любви и верности. По решению правительства Российской Федерации в 2008 году этот праздник впервые был возведен в ранг всероссийского торжества. Супруги Гессель живут душа в душу уже полвека. Фундаментом этой крепкой семьи является взаимоуважение, взаимопонимание и любовь, без которых, по словам самих супругов, отношения выстроить просто невозможно. Сейчас медик Раида Ивановна и педагог Вячеслав Иванович на заслуженном отдохе, который посвящают спорту и заботе о детях и внуках. Это огромный труд. Надо сохранить любовь в уважении друг к другу, в терпении, обходить все острые углы. Надо быть мудрыми хотя бы одному члену семьи. Вот и все. А так все получится. Мне повезло очень с мужем. Надежный, заботливый, любящий и любимый. Секрет в том, что вот надо это правило выполнять. Вот и весь секрет. Это как хороший чай заваривать. Побольше заварки – вкусный чай. Памятный знак за сохранение семейных ценностей супруги получили из рук временно исполняющего полномочия главы Соликамского городского округа Александра Русанова. Напомним, такой знак вручается в Пермском крае с 2021 года по распоряжению главы региона. Знаком награждаются супруги, проживающие в Пермском крае, состоящие в браке и отмечающие юбилейную дату с момента бракосочетания 50, 55, 60, 65, 70 и 75 лет. Таким же памятным знаком наградили и супруга Зайчиковых. Любовь, дружба совместно, друг другу уступали. Ну, были всякие. Ну, всякое было за 50 лет. Вам с мужем повезло? Повезло очень. Верный, надежный, скромный, любящий. Очень любит детей, внуков. Как современной молодежи сохранить отношения? Дайте секрет семейной жизни, дайте совет. Друг друга уважать, любить. Людмила Владимировна в прошлом работник общественного питания. Перед уходом на пенсию трудилась в столовой «Уралкалия». Анатолий Дмитриевич всю жизнь проработал на колейном комбинате. Добавим, все пары, отмечающие золотую и изумрудную свадьбы, получили памятные подарки от компании «Уралкалий». Действительно, 50 лет – это полвека, прожить который вместе можно только сохраняя любовь и верность. Я хочу, чтобы вы были примерами для своих внуков, правнуков, чтобы они чаще приезжали к вам в гости, радовали вас. Ну и от себя хочу пожелать семейного благополучия, теплых отношений, чтобы ваша семейная история продолжалась. Долгих вам лет жизни, семейного счастья, уюта и тепла. Поздравляют пары, чьи супружеские отношения являются образцом чистоты и верности, и желают им отпраздновать бриллиантовую, железную, благодатную и коронную свадьбы Олеся Петровичева, Михаил Морошкин и вся телекомпания «Соль ТВ».